Приветствуем садоводов на нашем канале TrueNature Info. В сегодняшней аудиостатье вы узнаете, почему желтеют листья на смородине летом. Никому не нравится замечать на кусте смородины летом желтые листья. Для того, чтобы незамедлительно приступить к лечению, нужно понять причину, почему желтеют листья на смородине. Проблемы с кустом смородины летом перед самым началом плодоношения могут быть по двум причинам – неправильный уход, либо вредители болезни. В тему неправильного ухода входит все – от почвы до посадки и удобрений, которые могут навредить растению и также вызвать пожелтение листьев. Вредители же на смородине дают одинаковые результаты – желтые листья летом. Рассмотрим вредители на смородине летом. Одним из самых постоянных, практически завсегдатаев на смородине будет галловая тля. Тля – это насекомое, которое быстро размножается, а продукты обмена вызывают развитие заболеваний. Паразитирует тля на нижних листьях смородины с тыльной стороны. Там же она селится целыми колониями и производит свое потомство. Из-за поражений растение галловая тля начинает массово высасывать соки из листьев, и они желтеют на смородине. Это происходит потому, что паразит впивается в листок, прокусывает сосуды и вытягивает соки. В результате листок за листом смородина лишается запасов питательных веществ. Начинается пожелтение с нижнего участка листьев и постепенно распространяется на всю поверхность куста. Плодоносит ли смородина при появлении тли? Смородина может вообще не завязать ягоды, банально ей не хватает сил. Если уж они и появились, то плодоношение характеризуется как измельченное, вялое и даже подгнившее. Как бороться с галловой тлей на смородине летом? Неплохо было бы применить все техники по профилактике появления тли, а также грибковых заболеваний, которые развиваются в процессе вредительства насекомого. Если процедуры не были задействованы ранее, то необходимо приступать к основательному лечению смородины от тли. Как же лечить листья смородины? Удалять поврежденные, снимать с помощью тряпки, смоченной в мыльном растворе, колонии тли, обрабатывать тем же мыльным раствором все листья, использовать химические препараты, инсектициды для борьбы с тлей, повторить обработку осенью. Народные средства от тли на смородине летом. В качестве профилактики появления тли на смородине летом и по совместительству народное средство – это посадка между кустиками смородины, кустов помидор. Помидоры выделяют фитонциды, которые тля не переносит. При минимальном заражении или для профилактики подойдет. Использовать также внекорневые подкормки – раствор табака, настой тысячелистника и настой ромашки. Обрабатывать перечисленными народными рецептами необходимо нижние листья на смородине при появлении галловой тли летом. Также необходимо контролировать тот базовый уход за смородиной летом, который позволяет не допустить появления желтых листьев – подкормки, полив, притенение, температура воздуха и температура почвы. Исключая появление паразитов или развитие заболеваний, нужно осуществлять подобающий уход за смородиной на дачном участке летом. Возможно, что появление желтых листьев на смородине летом кроется в нарушении необходимых для жизни и развития ягоды процедур по уходу. Но вы-то сможете реанимировать растения, мы точно знаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и переходите на сайт. Там гораздо больше интересной информации. Спасибо, что были с нами.